Всем привет! Вы на канале Дневник Домохозяйки. Сегодня воскресный день, и мы с семьей гуляем в парке Победы. Вот такой парк Победы. Рядом новый жилой микрорайон. Сейчас пойдем. Павлуша хочет на танк. Парк Победы был заложен в честь, по-моему, 50-летия Победы, что ли. Уточнить надо. Немножко я ошиблась. Парк был заложен в честь 70-летия Победы. И здесь вот такая техника военных времен. Иди вон, дед. Дед идет. Скажи, деда, хочу на танк. В общем, сегодня мы гуляем. Красивые места такие у нас. Катя тут. Евгения. Такая военная техника. Здесь аллея героев. Посаженные деревья. Но еще совсем маленькие. Деревца не успели вырасти. Фонтан вдалеке, но фонтан еще не работает, рано еще. И вот такая военная техника. Техника военных лет. В парке Победы. Муж очень хочет попасть на танк. Скажи, штаны — это не самое главное. Павел! Павлуша, держись! Охраняем Павла. А теперь мы зашли еще подкрепиться. Да, моя семья? Да. Вот они вас приветствуют. У нас сегодня солнечно, и мы просто гуляем. Это же прогулка. И без перекуса. Сидим, ждем заказ. Катя пошла за заказом. Ждем заказ. Дед нам принес заказ. Сашулька, сейчас немножко подкрепимся и поедем домой в баньку. Кофеечек детям. Джуниор обед. А это... Так, ты хотел... Хочется иногда вредятинки. Катя, как картошечка-то? Вот такая. Ладно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Паш, да? Что нам надо ставить с бабой? А? Что? Лайки нам. Всех вас люблю, ценю и уважаю. Пока-пока. До встречи.